Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Итак, дорогие зрители, приехал я сегодня в район Гази-Паша. Тут этот район сильно начал развиваться. Многие застройщики переехали как в Демиртаж, так же начали строить и в Гази-Паше. Тут есть очень хороший проект, который начнется строиться в сентябре-октябре этого года. Проект состоит из двух блоков. Я хочу вам показать его прайс-лист и территорию. Потом я пойду на пляж, покажу всю инфраструктуру на дороге, которая присутствует в этой части. Здесь у нас парк. Футбольная площадка. Когда-то здесь что-то, наверное, построят. Территория очень большая, в длину будет два блока, один блок здесь и один блок там, посередине будет бассейн. Все квартиры смотрят на запад, море в той стороне и маркеты на той улице, если отсюда повернуть туда. Так, цены начинаются на данный момент, сегодня у нас дата 21 мая. Цены они сказали, что поменяются 23 числа. На данный момент цены начинаются от 55 тысяч евро первые этажи. Прайс-лист и планировки я вам отправлю на WhatsApp, Telegram или Viber. Если не отвечу в Telegram, пишите в WhatsApp. Цены на 1+1 начинается 55, 2+1 от 92 тысячи евро. Вот. На третьем этаже цена 63 тысячи евро, 1+1. Есть рассрочка. Первоначальный взнос 30-50%, в зависимости от квартиры. Рендера пока фотографий у нас нету, потому что выйдет, сказали, что через 10 дней. Посередине будет бассейн, два блока, одна так и одна будет стоять там. Посередине будет еще какая-то инфраструктура, хамам, сауна, детская игровая площадка и тому подобное. Подробную информацию я вам отправлю. Здесь этажей, 5 этажей с дуплексом 6-7 получается. Внизу будет инфраструктура. Блок А, планировки показываю. Вот. Это А-блок. Планировки А, типа А, это 2+1. Типа Б, С и Д, планировки 1+1. Здесь на маленькой фотографии, если вы увидите, вот такого типа будет. Постараюсь вложить туда 3D-фотки. Итак, если вас интересует проект на котловане, хотите инвестировать и заработать, так что звоните, у нас много таких проектов, я вам отправлю, но на данный момент расстояние к морю, мало проектов, которые строятся, и расстояние от этого проекта до воды где-то 2 километра. В Гази-Паше территория уже стала очень дорогая, и мэрия близко к морю не разрешает строить. Погнали, я сейчас пойду к морю, покажу всю трассу вам. Заодно увидите район Гази-Паша. Тут очень хороший пляж, территория. Смотрим дальше. Не закрываем ролик. Итак, дорогие зрители, вышел я на дорогу. Здесь где-то 100 метров максимум до дороги. Рядом есть магазинчики. Эта прямая дорога идет на пляж. Песчаный пляж района Гази-Паша. Вот проект находился в той стороне. Видите высокоэтажку? Вот позади нее. Вот отсюда видеть бананы плантации. Уже сильно, можно сказать, что уже везде достраивают. Так. Отсюда почти 2 километра до моря. Вот там наверху крепость Гази-Паша. Вот.
И здесь у нас пляж, видите? Также есть зона пикника, рестораны. Сейчас покажем. Итак, пришли мы в зону отдыха. Остановились. Все отдыхают. Мы тоже отдохнем сейчас. И там у нас песчаный пляж района Кази-Паша. Тут также есть ресторан в той стороне. Кто хочет, может там сесть, отдохнуть, заказать. Буду людей снимать, паузу нажму. Итак, дорогие зрители, здесь у нас парковочные места, также можете внутри остановить, ближе к морю, душевые кабинки. Вот это место покажу, я вам потом пойду. Вот здесь ресторан. Вот там ресторан. Тут тоже какой-то ресторан, но его не открыли что-то. Еще. Там у нас бухта. Тоже покажу. Вот песок. Там гора заканчивается в море прямо. И там тоже хороший пляж в том конце. Вот крепость Кази-Паши. Вот она. Тут почти как полный месяц пляж. Бухта в той стороне. Песчаный пляж. Не хочу идти вперед. Люди порой недовольны, что я их снимаю. Вот полумесяц. Везде песчаный пляж. Плит вообще нету. Также чистая вода. А там можно также порыбачить. Там бухта, лодки стоят. Дорогие зрители, я пришел в другой конец этого пляжа. Тут вообще нет слов у меня. Красота. Гора именно заканчивается в море. Мы сейчас сядем тут. Смотрите, пещера. В пещере они поставили стол, стулья. Сейчас спрошу я, что тут такое. Здесь что-то они делают, палатки. Наверное, будет ресторан. Наверное, была. Тут парк. О, здесь даже проход к морю. Красота. Супер. Вот новые места. Можете также приехать, сфоткаться, повеселиться, отдохнуть. Также здесь есть ресторан. В той стороне. Вот ресторан. В этой стороне плиты. Там вот. Посмотрим пляж. Вот, кайф. Кайф, кайф, кайф от души. Кайфовать хочу от души. Смотрите, как хорошо. Все супер. Я сейчас поеду обратно туда. И там
Или не буду ехать уже. Все, дорогие зрители, звоните, пишите по номеру. +90 555 064 91 10. Найдем квартиру вашей мечты. Район Газипаша развивается. Так что вы сейчас купите, потом дороже продадите. Всем пока-пока.